Доброе утро, дорогие друзья! В связи с неотложными делами Сергей Пруцкий вынужден был меня покинуть, доверив мне ответственную миссию по созданию хорошего настроения нашим зрителям. Сережа, я тебя не подведу. Итак, 6 февраля – прекрасный день для пения вместе с Маргаритой Кадацкой. Посещение художественной выставки, освоение нового рецепта для мультиварки, но сначала разминка, а то на сонную голову информация плохо воспринимается. Доброе утро! Вас снова приветствует спортивный клуб «Манго» и с вами семья «Автаг». Мы предлагаем присоединиться к нам. Начнем наше первое упражнение. Опускаемся на спину. Стопы остаются на стополу, колени согнуты. Руки уводим в сторону. Делаем вдох. И на выдохе убираем ноги в сторону, голову поворачиваем в противоположную сторону, вдох, с выдохом одной рукой, взглядом провожаем свою руку, вытягиваемся, здесь постарайтесь, да, и возвращаем обратно через центр. Точно так же делаем все в другую сторону. Максимально просыпаемся, подтягиваемся и обратно. Продолжаем, вдох. И на выдохе вытягиваемся. И сможете также делать в своем темпе, в котором вам удобно. Отлично. Я думаю, вам понравится это упражнение. Попробуйте. Последних два повтора. Вдох. Выдох. Отлично. Последний повтор. И возвращаем ноги обратно и переходим ко второму упражнению. Взято оно из пилатеса, называется ролл-ап. Вариант сейчас будет подготовительный. Начинаем с подъема головы. На выдохе подъем отрываем лопатки и опускаемся вниз. Также наша задача оставлять поясницу неподвижно. Таз подкручиваем на себя. Поясницу больше прижимаем к полу. Вдох, также на выдохе. И последний повтор подготовительный. Выдох. И теперь усложняем. Выпрямляем ноги. Добавляем руки, вдох. И с выдохом также. Постарайтесь сделать это без рывка. И также опускаемся плавно, прокручивая позвонок за позвонком по полу. Когда поднимаемся, также вы должны чувствовать, как позвонки один за другим поднимаются наверх и также опускаются. Да, и последний повтор. Следующее упражнение у нас также взято из пилатеса ролл-овер. Начнем с подготовительного варианта. Максимально притягиваем ноги к себе. Максимально за счет пресса. И отрываем, пытаемся оторвать крестец от пола. И также опускаемся вниз. Постарайтесь таз не кидать, а именно плавно также прокатывать, как в предыдущем упражнении, позвонок за позвонком. Можно это делать с согнутыми коленями, также можно и выпрямить. Это еще более сложный вариант. Здесь могут вам помочь ваши партнеры. Можно постепенно увеличивать амплитуду. Это уже более сложный вариант. Не старайтесь стопы натянуться в пол. Продолжаем. С выдохом подъем. Выдох у нас через рот. Ни в коем случае не задерживаем дыхание. Просыпайтесь вместе с нами. Последний повтор. Возвращаемся в исходное положение наше утреннее. Эти упражнения старайтесь делать каждый день, и вы почувствуете, как ваш организм вам благодарен за вашу работу. С вами был спортивный клуб «Манго». До новых встреч. Пока. Утро должно начинаться с зарядки и хорошего завтрака, приготовленного своими руками. Или руками родных. Или руками друзей. Ведь всегда приятно, когда о тебе заботятся. Маргарита Кадацкая и Эдуард Миколаевский решили приготовить сегодня запеканку в мультиварке. Если вы помните, вчера они специально для этого изготовили творог. Что ж, ради такого и студии уступить не жалко. Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня завтрак уже по традиции готовит Эдуард Миколаевский и Маргарита Кадацкая. Ну что, обещанная творожная запеканка?
Да, давай начнем. Давай. Для начала нужно форму нашего замечательного Полариса обмазать маслицем и еще все присыпать панировочными сухарями. Давай. Обмазывать давай будешь ты сегодня. Ай, она горячая, она уже нагрелась, что ли? Да, немножко, потому что она все время находится в состоянии подогрева. Ой, как, слушай, как, а как приятно зимними вечерами, так руки греются, замечательно. Так, а ты знаешь, что будешь делать? Ты смешаешь творог, добавишь туда яйцо, сахар, муку. Вот тебе мисочка, держи. Хорошо. Вот, творог тут 500 грамм нам понадобится, вот, собственно, полкило творога. Да, осторожненько добавляй. А, так, сразу вот тебе еще одно яйцо, вот. Я тебя обеспечу всем необходимым, а ты будешь делать, ладно? Нам нужно 2 столовые ложки муки, сахара 3 столовые ложки. Хорошо. Давай, я пока займусь тогда формой нашей замечательной, чтобы ничего не подгорело, а с панировочными сухарями, мне кажется, как-то вот выглядит более эффектно все. 3 столовые ложки, получается, да, сахара? Да, да. И сюда же 2 столовые ложки муки еще? Да. И все это замешать? И яйцо, да. На основе чего это все будет замешиваться? В смысле? Ты умеешь определять, а хорошие яйца или нет? Ну, говорят, вот когда желтый желток, это вроде как будто бы лучше. Ну, честно говоря, не белёсый. Сильно. А творог ты умеешь правильно определить? Вообще его не очень люблю. Я люблю его больше, например, в каких-нибудь пирожках там. В пирожках каждый дурак, да, любит. В пирогах, вот где-то вот так. А просто чистый творог. Нет. Скорее всего, нет. Практически не ем. Если только, например, какая-нибудь диетка. Ты увлекался диетой? Да, совершенно недавно. Кстати, на удивление, похудел за один месяц на 9 килограмм. Для меня это было удивительно. То есть я сел на нее больше на оздоровительную диету, а не с целью похудеть. Но вот еще дополнительный бонус, что я похудел. Но ты вообще понимаешь теперь нас, женщин, как нам тяжело даются диеты? А она мне очень легко далась. В принципе, моя форма готова. Я так заглянула на секунду в рецептик. Хорошо. В котором тут лежит замечательная книжечка рецептов Polaris, которая прилагается к мультиварке. Так, и, собственно, я тебе сейчас поэксплуатирую еще немножечко. Мне нужно яблоко порезать кубиками. Легко. Так, давай мне массу пока. Ты мне вот яблочко. Сейчас подумала, что, наверное, можно было бы крупную терку использовать. Но, как всегда, умная мысля приходит опосля. Поэтому ты будешь резать их на кубики. Вообще здорово, мне кажется, вот самый лучший завтрак — это вот что-то очень полезное, плюс какой-нибудь молочный продукт, плюс... Мы засыпаем сразу? Да, нет, ты в творожную массу добавляешь. Я не договорила, самый полезный завтрак, по-моему, это и есть молочные продукты плюс фрукты. Это тоже на любителя, понимаешь, не каждый будет все-таки есть молочный продукт. Мешай сейчас аккуратненько, постарайся, чтобы прям вот сейчас... Я очень стараюсь. Угу. Как говорил мой дедушка, кто мешает, того бьют. Мы сегодня будем бить Эдуарда Николаевского. Не мешаю, а перемешиваю. Ну, дедушка не уточнял. Так, я думаю, наверное, достаточно. В принципе, все, давай вываливай. Форму, которую я уже смазала и обсыпала. Опа. Закатай-ка мне рукава повыше. И я полезу в чашу. Я вот люблю, например, именно за это тесто. Любое. Ну, что? Можно вот так вот его ручкой утрамбовать. По-моему, выглядит уже здорово. Да. Яблочки. Едобно это точно. Ну, будем надеяться. Наверное, все, я думаю, да? Ну, в принципе, да. Можешь ставить уже в мультиварку. Так, опускаем сейчас в мультиварку. Сколько по времени мы будем готовить? Так, мы будем... И в каком режиме? В режиме выпечка, конечно же. Мы же будем выпекать нашу замечательную творожную запеканку. Режим выпечка. Только тут стоит час, а нам нужно 50 минут. Для того, чтобы поставить 50 минут, нужно кнопочкой часы пройти цикл до нуля, максимально здесь можно 3 часа ставить, и минутами до 50. Ну, отлично. Стартуем? Давай. Для старта нужно подержать кнопку старт порядка 2 секунд. Ну, а мы возвращаемся в студию к Алине Храмовой и Сергею Пруцкому и будем ждать, пока будет готовиться наша запеканочка. Ждем. Эх, я-то надеялась уже попробовать кусочек, а теперь придется потерпеть. Ладно, что у нас там дальше по программе? Ах да, Маргарита Кадацкая учится играть на балалайке. Так вот куда она убежала. Ну все, если у нее плохо получится, то всю следующую неделю она будет готовить.
Доброе утро, Марат. Вот детские мечты не дают мне спокойно спать по ночам. Когда-то мое воображение поразил вот этот вот инструмент, балалайка. И я думаю, возможно, во мне какой-нибудь виртуоз музыкальный спит. Можно попробовать сегодня научиться что-то простенькое играть и, собственно, разбудить во мне музыкальные таланты? Ну, в принципе, попробовать можно. У нас три точки, как сказать, держать балалайку. То есть ноги и живот. Угу. Держали. Пресс должен быть тут? Прижимаешь к животу, грубо, рука у нас сверху. Ага. Здесь как у пианистов. То есть небольшой, вот, вот, отлично. Случайно, это случайно. Зафиксируй, запомни. Элементарно. Я боюсь двигаться. Нет, высотоль в городе играется вот на трех нотах. То есть вот у нас здесь нота до, рядом нота си, насколько ты уже знаешь. Эти пальцы у нас как-то старайся не нажимать. У меня слишком много пальцев для этого инструмента. Всего пять, больше не надо. То есть старайся не прижимать струны для начала. Ну попробуй сыграть вот ноту до элементарно, большим пальцем. А тут так. Ой, вот здесь вот задержись, да, вот, отлично. И вот этой краем подушечки вниз. Ну, струну надо зажимать. Ногти здесь ни к чему, да. И вот, а теперь до. Такие пальцы, как будто сейчас пришибешься. Я боюсь двигаться. Не бойся. Я вам ничего тут не сломаю? Нет, здесь ничего не сломаешь, здесь дерево и железо. Ну, высотолю в горе знаешь, да? Фасадули, ну да. Ну, а как? Я вот, начинаем, поехали. Не торопись, медленно. До, до, а потом. Открытая струна. Ля, си, до, до, си, си. Я смогла! А продолжение на той же, на второй струне то же самое просто, на тех же ладах. Ну попробуй сама теперь. Так. Начинаем с до, с третьего лада. Ой. Так, старайся, смотри, вот возьми здесь руку, свободно прям расслабь. Я не могу расслабить. Ты прям как вцепилась, как будто я у тебя отбираю эту балалайку. Успокойся, спокойно, расслабь руку. И потихоньку нежно вниз, пальцем большим давай. Так, си, еще раз. Ужас, расслабь руку, расслабь, расслабь, расслабь руку, я тебе не сломаю гриф. Вот. Я вас боюсь. Две ноты, до, си, и те три раза. Два, три, си, до, си, си, ля. Ну, давай попробуем дальше. Впереди тромбон, я думаю. И на вторую сторону. Она выше. Ну, ну, я близка к совершенству какие-то. Пара часов, и я думаю, высота в огороде будет шедеврально в моих руках. Звучать. Марат, а вот то, что вы стали музыкантом, это детская мечта или просто так сложились обстоятельства? Просто в детстве нас пригласили в музыкальную школу, мой бывший преподаватель Сазов Николай Анатольевич. Вот и нас пригласили в музыкальную школу с братом, познакомиться с инструментами. Ну и так получилось, что да, мы остались оба в музыкальной школе, оба закончили. Правда, я пошел дальше, Андрей уже нет. В принципе, можно сказать, что детская мечта. А почему именно балалайка? Это тоже обстоятельства были. Мы хотели с ним оба пойти на аккордеон. Но я был очень маленьким, и меня из-за него, из-за аккордеона не было видно. Поэтому мне предложили поиграть как бы на домбре сначала, а потом я перешел на балалайку. А я решила перейти к частушкам. Пока под аккомпанемент Марата. Гулять так гулять! Сидит Ванька у ворот, широко разинув рот, а народ не разберет, где ворота, а где рот. Ух! А в Заречном лось живет, маленькие ерошки. У Алинки Храмовой есть теперь сережка. Ух! Ух!
Ах, Маргарита, сбежал от меня Сережка. Что же меня может утешить? Ну, разве что что-нибудь вкусненькое. Я уже чувствую этот чудесный запах запеканки. Наконец-то кушать. Спешу освободить студию для Марго, Эдика и мультиварки. Ну вот, мы снова вернулись в студию к нашей мультиварке Поларис и к нашей замечательной творожной запеканке. Достаем? Достаем. С удовольствием. Запах осторожнее, а то пар идет. Так, ну что? Надо как-то очень осторожненько, Эдик, я тебя прошу, прям вот очень-очень осторожненько. Очень осторожненько. Да, чтобы она... Ну, почти попал. Так, ну мы ее немножечко так вот подрезали, да, чтобы такой аппетитный кусочек получился. Могли бы мы в разрезе видеть яблочки замечательные, творожочек. Ну, вот такая вот запеканочка у нас получилась. Выглядит очень аппетитно. Да, я думаю, на вкус тоже. Ну что, будем пробовать? Да. Ну, пока мы пробуем, друзья мои, завтракайте тоже с аппетитом. И хорошего вам дня. Между прочим, завтра Маргарита и Эдик обещали порадовать нас лимонным кексом. Вы пока послушайте, что нам обещают звезды, а я пойду продегустирую запеканку, а то без меня все сейчас съедят. Овен, вам придется отстаивать свое мнение, и хорошо еще, если обойдется без применения физической силы. Стоит заранее позаботиться о наличии у вас достаточно веских аргументов. Телец, вы можете обнаружить, что ваша уверенность, еще вчера казавшаяся твердокаменной, постепенно испаряется, уступая место противоположному мнению. Возможно, это и к лучшему. Близнецы, вы вовсе не обязаны следовать совету, если он кажется вам плохим, даже если в роли советчика выступает человек, считающийся большим специалистом в данной области. Рак, вопросы вашей личной жизни заслонят собой все остальные проблемы. Возможно, именно сейчас вам придется принять какое-то очень важное для вас и ваших близких решение. Будьте рассудительны. Лев, постарайтесь не показывать никому свою спину. Это довольно уязвимое место, а нынче на вас вполне могут напасть в том или ином смысле этого слова. Осторожность – ваш девиз на сегодня. Дева, не позволяйте мыслям, а тем более чувствам отражаться на вашем лице. Кто-то будет весьма внимательно следить за вашей мимикой, и не факт, что ему следует знать, что у вас на душе. Весы, вас неудержимо привлекает водная стихия. Это может быть опасным, особенно если вы окажетесь вблизи проруби. Держитесь подальше от водоемов, даже если лед кажется вам крепким. Скорпион, измените то, что, по вашему мнению, требует изменения. Но не уходите далеко, как бы оно ни приобрело первоначальный вид, как только вы отвернетесь. Впрочем, может оно и к лучшему. Стрелец, вы будете воплощением идеального сочетания оптимиста с реалистом. Довольно странный гибрид, но безусловно симпатичный. Пользуйтесь моментом, больше такого везения может и не случиться. Козерог, согласитесь на компромиссное решение. Сегодня вы выиграете от этого больше, чем проиграете. Если же продолжать тянуть волынку, не отвечая ни да, ни нет, ситуация не улучшится. Водолей, энергии у вас много, а вот задачи вы себе склонны ставить неисполнимые. Зачем напрасно мучиться? Лучше возьмитесь за что-нибудь реальное. Станете гордым обладателем синицы, а журавль и в небе хорош. Рыба, наибольшее неудобство проистекает от упорного нежелания что-либо менять. Вы наверняка регулярно сетуете на кого-то по этому поводу. Но подумайте, не страдаете ли вы сами подобным упрямством? Знаете, что хорошего в гороскопе? Это то, что когда вам предсказывают что-то приятное, то мы с радостью принимаем это на веру. А если там что-то плохое, то всегда можно сказать: «Не верю я в эту астрологию» и спокойно жить дальше и ничего не бояться. Но с погодой такие шуточки не пройдут. Так что давайте послушаем, что нас ждет сегодня на улице. А расскажет нам об этом народный синоптик, пятиклассница Ольга Васильева. Доброе утро! Сегодня 6 февраля, четверг. В Заречном ожидается облачная погода, возможен снег. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-восточный 1,3 метра в секунду. Температура воздуха днем -12, -19 градусов. Ночью 15-16 градусов ниже нуля. По народному календарю 6 февраля называют Аксиньим днем или Весноуканщиком.
Считалось, что погода сегодня соответствует погоде всей весны. Хорошего вам дня! С добрым утром! Доброе утро всем, кто только что к нам присоединился. Напоминаю всем забывчивым соням, что сегодня четверг, 6 февраля. Завтра, уже завтра весь мир будет неотрывно смотреть открытие Олимпийских игр в Сочи. А сегодня вечером я вам предлагаю неотрывно любоваться прекрасными картинами Екатерины Сапон. Морозное утро или солнечное лето, легкий полет снежинок или запах букета полевых цветов. Все многообразие мира оживает на картинах Елены Сапон. Познакомиться с творчеством зареченской художницы могут все горожане. 6 февраля в музейно-выставочном центре откроется ее персональная выставка. Здесь представлены пейзажи и цветы. Я родилась в Заречном. Мы окружены такой прекрасной природой. И не заметить эту красоту просто невозможно, особенно если ты человек творческий, если ты рисуешь. Ну, поэтому и цветы, и пейзажи – это, я считаю, то, что достойно внимания. Потому что природа, она наиболее гармонична. Можно не встретить гармонию, может быть, в отношениях с людьми, не во всех людях. А уж природа, цветы тебя не подведут. Правда, жизнь цветов, увы, скоротечна, но на картинах Екатерины они будут вечно прекрасны. Все лето писала цветы. Был такой марафон, потому что зацветают одни цветы, особенно в начале лета. Ты пишешь букет буквально за 2-3 сеанса, тут уже следующие расцветают. Каждая картина Екатерины живая. Если это букет, то буквально чувствуешь нежный аромат цветов. Если пейзаж, то будто переносишься в то место. А если зима, ощущаешь, как по коже пробегает легкий морозец. И у каждой работы художницы своя история. Троица Сканов монастырь. Удалось выбраться туда летом, и вот этюд с монастыря был написан именно летом. Но все равно художник как-то перерабатывает, через себя пропускает натуру. А зимой я написала после обильного снегопада этюд, когда буквально все ветки у деревьев ломились от снега. И неожиданно как-то, перебирая свои этюды, я их положила рядом. Троицу Сканов монастырь и зиму. И вдруг увидела, что вот именно такое цветовое сочетание, вот этот теплый цвет стен монастыря и вот этот снег, но они будут очень гармонично смотреться. И так родилась идея написать «Троица Сканов монастырь зимой». То есть это картина из двух этюдов. И таких необычных историй создания картин у Екатерины множество. Чтобы познакомиться с каждой, приходите на открытие ее экспозиции. Я хочу пригласить всех сегодня на открытие моей выставки в музейно-выставочный центр. 5 часов.